Плюс Омник есть, который будет сейвить от Фантомки. Но с другой стороны, там есть магический урон от Тинь, есть магия от ОД, чистый урон в том числе. Но снизу пик лучше, но вот скилла хватит ли им? Опять отговорить стримера, так. Лучше доту отговорить, чтобы она появилась. Во, отговорили. Не, ну Свенет, конечно, автовин. Вообще, в идеале, надо посмотреть за игрой поначалу, потому что довольно жадная ОД, довольно жадная фантомка. Они без артефактов ничего не делают, и вся надежда, по сути, на одного Тини, который должен, по идее, спейсить. Свену не так много артефактов надо, и он может идти просто давить по домникам. Да и Свен по домникам, в принципе, не проигрывает, правильно? Не, ну тут, скорее всего, Тридцать СДки, секунд до но пока начала нету сражения. хорошего кэфа, наверное, предик даже давать не буду. Наверное, даже смысла давать предикт нету. Спойлерить не надо. Да, Свен подобник, кому не проигрывать. Не проигрывать. Битва начинается. Спойлерить нельзя, да. Нет, тут три персонажа могут отъезжать от прокаста. И Тиника, и от Тайгера Фантомки. Другой вопрос. Кроме Тини никто ничего не делает. То есть Фантомка, если бы у нее вместо ОД был какой-то персонаж по типу Хаус Найта хотя бы, которому фарм не очень нужен. Или еще кто-то. Тогда да. А так Свен покупает себе Мидас, он будет первым Нетворсом, а Веник будет бегать со Спирит Веслом и Омником, и ЦМкой, и Гримом. И просто душит. Тут, конечно, Грим бестолковый, по большому счету, то есть только лишь со Свеном, с его молотком сочетается. А Свен Мидас делает, тем более. Не, скорее всего, здесь СДки выиграют. Скорее всего, СДки. Но если игра вдруг затянется под 30-ю минуту, и преимущество будет не больше 10 тысяч у СДков, то, в принципе, камбэк здесь вероятен. То есть УД 18 получит или 20 даже лучше получит. Может ультом ваншотнуть. Ну не, ваншотнуть-то вряд ли. Но продамажить хорошо. Фантомка с 20 уровнем, с 18, с Дизолем, БФом и БКБ будет наваливать неплохо. Но опять-таки там Омник. Не, СДки скорее всего затащат. Как это не прискорбно? Но СДки по всей видимости затащат. Забирают тем временем Тинника, ФБ за Свеном. Так, ОД против Веника. Но Веник уровень получит, у ОД начнутся очень большие проблемы. Во-первых, там Poison Стинги, во-вторых, варды ставиться могут. Уже третий уровень есть, да. Варды, конечно, будут напрягать очень сильно ОД, он очень долго их забирает. У него не так много урона непосредственно с руки. Астер КГЛ не захотел начать стримить. Так там группа, кроме Астер КГЛ, по-моему, ни одного матча нормального нету. Рояли СГ, Изи Рояль, Ньюби, Санрайз, Изи Ньюби, Рояли КГЛ, Изи Рояль должен быть. Забирает с временем Шаманыч, 2-0, уже 1000 преимущества за СДками. Чью Д в центре умер? Соло его забрал Виномансер, что тоже довольно неплохо. Очень гнездо, ну типа того. Ой, полетел. Но забрать-то его не смогут. Свен плотный. Своим подобником это, конечно, мощь. Это прям сила. Ну вот вместо ОД либо другого надо было персонажа, либо вместо Фантомки другого надо было. То есть в результате у нас появляется два очень жадных персонажа. Спейсить никто не может, а сейчас мета такая, что либо вы вообще не берете жадных персонажей. То есть героев, которым надо пофармить минут 15, и все, и они убивают. Либо вы хотя бы берете очень хороших 4 спейсера.
А в данном случае спейсерами хорошими как-то пока не пахнет. Совсем. Только тини и все по большому счету. Чен зоопарка может, конечно, выйти, но там ЦМ-ка будет. Одного заколбит крипа, второго еще что-нибудь сделать. Там кристалл новый. С Венсовыми станами. Гели. В общем, Чен здесь. Не такое. ЦМ-ка еще лесок попутно, кстати, подфармливает. Так, это на крипа. Почему-то дали инсвел, видимо, промазал грим. С дек изи на скилле вывезут. На характере, чисто по-мужски. Да, я тоже так думаю. 3-0 пока. 1000 преимущества за издеками. XM. С шейклами зацепили. Ну, кстати, это может быть фраг. Правда, УД довольно бит. Вот хоть и до ЦМочка. С веником не так-то просто справится. Еще подтягивается и Чен. А это минус Шаманыч. Да все, одну тычку дать, он должен умереть. Задинать его не получается. Хотя есть фласка еще, да. Есть фласка, и он ей отпивается. Веник, конечно, змеюка ядовитая. Третий уровень уже Poison Sting. 22 урона в секунду наносит. Вообще жесть. Титан Гуз даже уже не помогает стоять в центре. Тотовы открыты. Не, ну 48 здесь. Не знаю, то есть на этой карте, скорее всего, 48 фрагов мы не увидим. Здесь закончится все до 40, я думаю. Вот на следующий, если нормально драфтят, можно попробовать. Не надо писать кэфа. Ну, зачем вы это делаете? Кому надо, тот и так посмотрит. Ну, пока модер добрый. Лакпауэр вас не душит. Но ему надоест, будет давать муты. Может, на 1000 секунд будет мутить. Поэтому давайте не писать спойлеры, не писать кэфы. А можешь на 10000 секунд мутить. Кстати, это сколько минут? Виника тем временем пытается забрать, погибает у нас Шаманыч. Сейчас, кстати, еще может и Чен отъехать. Хотя, а стики есть у Виника? Нету стиков. Фласочка отпивается, немножко восстанавливает здоровье. Плюнул разочек. А задинается не получится у нас нарушение, но в любом случае добивается Чен. Хотя 400 золота для Чена это тоже приятно. Ценка даблкил оформила. Тинника цепляют, тини забирают. 2700. Омник. Только же Свен. 2400 по А. 1800 эксэмич. Но дек, кстати, второй с конца. Нормально отстоял. Успешный человек на УД. Не, ну веник неплохо задушил. Топ игра, одна клеточная шляпа. Но это первый матч, дальше должно быть поинтереснее. Дальше там Авалон. Хотя Авалон Тайфун тоже ни о чем. Но вот Geek Farm IG может уже будет хотя бы за что зацепиться. Авалон Тайчи там вообще 50 на 50. То есть один матч сегодня 50 на 50 хотя бы есть. Завтра Тайфун и Geek Farm поинтереснее матчи. С деки IG очень интересный матч. Тайчи и Geek Farm возможно тоже. Не, завтра вот завтра крутая группа Б идет. Вот очень четкая группа Б. Ну а сегодня матч открытия. Матчи открытия, точнее говоря, они как-то все однокалиточные получаются практически. Привет, мир. Что без предикта? Да там кэф был убогий. Поэтому предиктить не на что пока. Силы тьмы используют сканирование. Нижнюю башню. Зацепляю Чена. Седьмой фраг уже для издека. Даггер полетел за фантомочкой. Центральную башню сил тьмы атакуют. Да не надо вообще кэф во время игры писать. Игра закончится, похвастайтесь, какой взяли. А, так. Одни кэфы читать в чате не очень интересно. Сатирос, Сатирос. 143 хп у него.
Скажу, можно. Так, свои сооружения. Может быть, Тэчи выигрывает, но если они еще минут 20 продержатся, не просаживаясь очень сильно, может и выиграют. ЦМ-ку тем временем забирают. То есть в лейте они будут намного сильнее. Там, конечно, диспел нужен. Пога. Вот вместо Тини. Кстати, мастер как-то не совсем мифа сейчас. Тини забирают. То есть у нас нету контроля через БКБ. По идее, первый использованный БКБхи на ОД. Он может вытянуть очень много интеллекта и потом бахнуть ультом так, что даже ЦМ-ка отъедет вместе с гримом. Хоть они интовики. Хексы появятся, можно тоже Омника затыкать. Не, в лейте хороший пик у Тайчи. Другой вопрос, доживут ли. Центральную башню сил тьмы атакуют. Шопа Брюлика. А ты не видишь у себя Брюлика? Я ж тебе дал. 15-й фраг на СДК. Ну, не знаю. Там кэф же не очень. Забираю тем временем Шаманыча. Тебе, как назло, опять 20-й фраг сделают игроки команды Тайчи. Кентаврик стан отдал. Фол. Фол уходит. Не, Веник именно такой прессинг. Если он выигрывает мид, это очень противный персонаж. У него столько дэмэджа. И учитывая, что кроме Чена захили здесь особо никто не может. Нету даже персонажа, который может собрать пайп, может собрать грифсы. То есть Веник будет дамажить очень жестко. Застанет сейчас дестройера. И дестройер, по всей видимости, отъедется. На него еще повесили, столько фейт есть. Правда, промахи залетают, что не очень приятно. Но куда деваться? Есть колба оценки. И purification добили. 3000 преимущества. Первая десятка за СДками. У них все очень хорошо. Где мой Брюлик? Да вроде у тебя. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нижние башни сил света атакуют. Когда фантомка выформит? Ну, минутик 25-30, скорее всего. Омник там один, да, был до недавнего времени у Свена. А, ну это ему дали воды. Говорит, ставь сам куда надо. Есть медасик. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Не то ты рекламишь, товарищ Витанян. Хавк надо рекламить на этом канале. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы света укрепили свои сооружения. Нет. Верхнюю там башню не круче. Сил тьмы атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Силы света используют сканирование. Ну и шансы. Да, может, шансы будут. Атакуют. Кто знает. Смотря сколько игра протянет. То есть фантомка с 3 даггера, если вдруг у нее появится, да, до 25 уровня как-то доберется, она, по идее, 3 даггера кидает, это может быть 2 фрага и пол хп у XM. Поэтому тут дело такое. Здорово, Уф. Причем ПА заехала, кстати, на второй пик. То есть раньше она, конечно, с Ченом была хороша, и сейчас они, видимо, прочитали, что Коли Персуэйшн дает дополнительный урон. Но он урон-то дает крипам, а не героям. Поэтому тут дело такое. Чего? 130 маны стоит Divine Favor? Ничего себе. Много. Тини Гречи отсыпался, но у него нет дублинка. Правда, идти дальше за ним не захотели. Дублинка ему еще 1000 золота остается. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ну, Марта, килл любого будет еще не скоро, я так думаю. Я так подозреваю. Нижнюю башню сил света атакуют.
Дохнет один Чен. Да, не, он 4 раза всего лишь умер. Ну, правда, это рекорд в команде, это да. Центральную башню сил. Прирученному антимагу, да. Прирученному антимагу дает. Нижнюю башню сил света атакуют. У меня, кстати, смайлики скоро будут. Уже набросочек есть. Может, на днях. Может, сегодня ночью добавлю. Если доделают все. Может, в течение пары дней. Поздно успевает ли не поражать. Они, кстати, классные. Минус УД. Забирается, кстати, Вене. Куда решил байбекнуться? А правда, сейчас товарищ на шамане погибнет. Да, его дожигает виномансер. Фантомка нарезает, правда, криты. Где криты-то, алло? Да что ж так, с критами-то не везет. Просто жесть. А то есть подкидывается Омник. Омника, кстати, заберут. У него нету га. Он еще пока не прокачивал. Нет, там вообще прикольные смайлики. Ну, Дошек, скорее всего, уйдет. Хата, наверное, тоже. И Хоба тоже уйдет. Может, я их, конечно, добавлю там на какой-нибудь там второй, третий уровень. Хотя, кому они особо нужны? Это мордофит любого, ну типа того. Есть мнение, что даже на не на этой карте он будет... Он это кто? Камыш? Цемочку забрать! Забрать! А вот и 20-й фраг, да, на цемочке. Подфидела немножко, под рунку. Бывает. Ведер опять спит. Да он, наверное, на работе. Он же там, я так понял, по сменам работает. Или может придет чуть попозже. Там в Москве-то еще 8 часов. Может, обиделся, что я на эпицентр не поеду. И больше со мной не разговаривает. Так. Марта не на этой карте кил любого. Не, ну где-нибудь-то она сможет хотя бы змею-то задушить. Чего-нибудь. Самое забавное, 10-й и 20-й килл сделали тайчи. Так а я всегда говорю, смысл лить вот на 10-й, именно 20-й килл, когда идет доминация жесткой с одной команды и кэф около 3, например, на слабую команду. Забирается время шаман. То есть лучше, это рандом, лучше поставить туда, где кэф больше. Срок оф фейн попадает. Ну, кстати, у нас только саппортов пока вот, по большому счету получается забрать. У Тини блинк-то есть. Другой вопрос, что там уже герои очень плотные. Там у цемочки 1100 хп, 1200. Наверное, не сможет Тини даже ее забрать с прокаста. Без сабельки. Сабелька еще не скоро появится. Мне кажется, что у него вахтовый режим. Да не, он там в МЧС работает, я насколько понял. Если не ошибаюсь. То есть он там как-то пашет. Силы света укрепили по системе особые. Я могу с ним пойти на эпицентр, но можешь. Как не ты из картона сделайте. Да, типа того. И планшет еще поставить, я буду сидеть дома. Смотреть эпик. Задинали тем временем шаманыча. Да можешь сразу мут давать лакпауэр. Ну как бы... Когда новый человек приходит в чат, у него всегда высвечивается табличка «Спойлерить нельзя». Есть отдельная комната для этого. 10 минут потерпят в муте, ничего страшного.
Поезда нового тем временем дает спотение. В астрал его спрятали. Но сейчас застанет умник, да. А, успел все-таки в полете застанет. Ну, хоть ненадолго, но тем не менее, это не погибает. 23 фрага, кстати, уже сделали. 6 тысяч преимущества за командой СДЭК. 18-я минута. Нижнюю башню сил тьмы. Нижняя башня сил тьмы разрушена. Что на скеле? Я не могу так. Я слишком добрый. Эти у меня кончились сиги. Я скоро стану злым. Ну вот, за размут будут сиги платить. Астралы, астры в смысле? Ну, астры и должны, по идее, разваливать. Астры чемпионы GBO, то есть прошлого сезона Азия Мастерс Лиги. Вот этим временем нашли, забрали. 72 секунды, он, кстати, после байбека, да, у нас был? 10к преимущество, да, я не думаю, что СДки будут заливать. У них зарплата должна быть нормальная. В идеале. Хотя, зарплата нормальная, там помню, какой-то турнир они заливали, дай боже. Просто всякой помойки. Первый день сливают киборгам 2-0. Вообще 2 по 20 сливают. Без шансов. Следующий день 2 по 20 киборгов выносят. В финале. Это мы не залили, пацаны. Это так получилось просто. Киборги шпината жиранули. Тиник тем временем под замедлением. И его забирают спокойненько. Десятый сели, двадцатый взяли. Тебе денег халявных завозили, а ты недоволен. Чем-то че играет, но они рассчитывают, что у них фантомка рано или поздно расформится. В один прекрасный момент. Кинь, они просекли фишку, что если 10к, то надо заливать. А они могут контролить это, заканчивая раньше. Ну, могут. Не, ну так тогда они раньше закончат, так там залива-то не будет. Не, тогда неинтересно. Вы вынесли 2 по 20, это уже... Ну это тоже было. Там Чуань же. Там Чюань, а не Чуань. Там фантомки, мечты. Но она БФ купила уже, а дальше делает БКБ. Центральная башня сил тьмы разрушена. Ой, 9500 нетворс. Там у Свена уже намного больше. У него БКБ есть, Медас, Блинк, Сабика. О, застанили. Застанили фантомочку, кстати. Нам не показывают, это слишком жестоко. Как с фантомкой справляется. Что за пиликанье? Да это у кого-то таунт. Ну вообще это у виспа такой таун должен быть, по идее. А может у ЦМ-ки. Я не знаю, чей-то таун, короче говоря. Надо было с деков победу на матч забрать. Ну да, там можно было 2-0 взять из деков. За 1.9 что ли. Он будет заходить. Я же забьется в КД. Да тут отбиваться нечем. Чем отбиваться на ХГ? Даггерами фантомки на 15 уровне или ОД с антиэклипс? Ну это такое. Вот тупо отбиваться нечем. Ну это цемочки, я так понял. Новый год. Ой, какая она красивая, ля снегурка. С бантиком, подарок. А потом-то хоба из торта с бантиком. Бантик развязали, все красиво. Dire's bottom shrine has fallen. Тарара, тарара. Да, это цемочка. Нижние башни сил света атакуют. Бледная только. Жутко. Она, кстати, на жену Харламова похожа.
Прям очень похоже. Надо это... Чтоб косплей на ЦМ-ку она сделала. Поизонова тем временем от веника. Забирает время Шаманыч. Минус Тини. Побежали далее. За ОД. ОД. Гелем помазали. Астрал, конечно, веника спрятал. БКБ прожимает. ТП. А ТП нету. А ТП-то шо-то нету. Шо-то нету там. ТП. Курицу. Ай, не успел добить. Тык-тык. Тык. Сил тьмы атакуют. А может там... Ну ладно. Харламов тоже понял, что надо жену. На кого его жена похожа. Ну прям очень похоже. Так. В этом, по крайней мере, сете. Аркану как будто с ней делали. Откуда ты знаешь, как жена Харламова выглядит? Ну, в смысле, так все знают, как жена Харламова выглядит. Ты интернов, что ли, не смотрел никогда? Ого, там КГЛ и камбэкают, лол, что? Нормально, с 8К камыча строили. Вот это прикол. Ну там Свен Омник, он тоже не проигрывает. Прыгает за 123-м, забрать его, правда, пока нет возможности. Свен пошел на вальс, антиэклипсом взрывает одного единственного грима, ГА прожали, и вся уфу отправился в таверну. Побежали далее за шаманом, это уже минус 2. Так, что там по байбекам? ОУД есть у шамана, есть байбек. ГГ, решили даже не выкупаться. Вот это там прикол у астров творится. Вот это прикол. 5000 уже люмы ведут.